привет. Давно не было видео на канале. Ну, сегодня решил выбраться после карантина, после дождей на тихую охоту. Взял песика. Собираем грибочки. Ищем. Очень много поганок. Но мы ищем польские, белые, маслята. Тут уже кое-что подсобирали. Вот. Ну, это пряники собачки. Будем продолжать дальше. Потом хочу покидать спиннинг на реке. Пожарить шашлычок. В общем, провести хорошо время. Выходной. Всех с праздником Троицы. Не отключайтесь, смотрите дальше. Красота. Птички поют. Здесь очень много окопов. Да, тут сильно жарко было. Наши деды сражались. Вечная им память. Ну а мы выходим, ищем грибы. По старому лесу прошлись. Мало нашли маслят. Сейчас пойдем. Молодничок еще. Да, окопов очень много. Песик устал, жарко. Ничего. Сейчас отдохнет и пойдем. Здесь красавчики. Посмотрите, какая красота. Просто красота. И вот таких вот грибов очень много. Я не знаю, что это за гриб. Растут полянами. Ладно, сейчас срежем. Будем искать дальше. Вот красавчик. Сейчас посмотрим. Хороший масленочек. Будем дальше искать. Нам везет. Это второе ведро уже. Сели передохнуть. Песик устал. Он уже старенький, отдыхает. Вот, потихонечку сейчас будем идти к машине. Там поедем на речку. Половим рыбку. Грибников что-то здесь мало, но мы, в принципе, далеко ушли от машины, очень далеко. Сейчас покажу грибочки, то, что насобирал. Вот, маслята там есть беленькие. Но это еще не все. Потом еще покажем. Да, Ремуська? Рэм. Пойдем? Пойдем? Жарко, я знаю, жарко. Ходили там в молодняки, но там что-то пусто. В основном по старому лесу маслята. Ну ничего, поедим сейчас шашлычок, отдохнем. Покидая спиннинг. Посмотрим, может на спиннинг что-то поймаем. Не поймаем, просто мы отдыхаем. Пойдем потихоньку. Да? Идем. Пошли. Пошли. Вставай. Устал, бедняга. Ничего, сейчас там водички попьешь, да? Идем. Вот наша тихая охота. Польские. В основном маслята. Белые есть чуть-чуть. Отдохнули. Сейчас вот костерок. Сделаем шашлычок.
Сделали себе в котелке чаек. Будем отдыхать, пить чай. Там бросил удочку. Ну, пока тишина. Поплавок стоит. Пару раз это дернул, пробовал червя уже, пенопласт с чесноком. Ну, пока тихо. Ну, а тем временем будем делать шашлык, отдыхать, получать удовольствие. На этом, ребята, все. Всех поздравляю с праздником. Троица – это очень большой праздник. Желаю всем здоровья, счастья, успехов. Не болеть. Всего-всего хорошего. Все, всем пока, а мы будем делать шашлык. Вот наш шашлычок. Выглядит супер. Аромат стоит просто бомба.